В исполнении Людмилы Ежовой. Ага. Вот это как раз та Людмила Ежова. Но, к сожалению, без музыки, потому что в записи, но и само по себе это упражнение было очень интересно. Да-да-да. Вот она акробатику сейчас заслуженную показала. 2,5 пируэты, сальто вперед. Вторая Лени, и вот она и ошибка. Не хватает ног у этой милой. Ну, не хватает. И бьется с ней тренер, и она очень много работает. Но, к сожалению, насколько она хороша, насколько она великолепна на брусьях и на бревне, я не могу сказать, что здесь она какая-то плохая. Ног не хватает, она не может выполнить ту взлетную акробатику, которую нам сейчас перед ней показал Лобазюк, которую, я думаю, еще показывают перед девочки. Вот, так что, конечно, вот этих два кубка, которых она завоевала в предыдущих снарядах, здесь у нее фокус этот не удастся. Ей не удастся. Но очень элегантная девочка, очень приятная. Вот уже, конечно, устает. Так, ну а тем временем объявили оценку Павла Кашевого 7,75. Вот, да, очень бледно выглядят результаты тех четверых мужчин, которые уже отработали на брусе. То есть просто-таки ни один до 9 не добрался. И пока, смешно сказать, лучший результат у Андрея Бекова. Кемерово, 8, да? У него 8,7. Ну, вот уже получается. А я сейчас дополню оценку.